Учите! Есть! Митинг придется сильно сократить. Речи отложите для других машин. А как остальные машины? Отстали. Проколы, поломки, энтузиазм населения, все это задерживает. А вы на командорской машине? Лептунов с вами. Лептунова я снял с пробега. А профессор Песочников? Он на Покарде. На Покарде? А писательница Вера Круц? Вот бы на нее посмотреть. Здрасте. А Нижинский с вами? Знаете, я немного утомлен пробегом. Вась! Здрасте! А вы на Студебекере? Можете считать нашу машину Студебекером, но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Но позвольте, я ведь читал, ведь в пробеге не участвуют никакие Лорен Дитрихи. Участвуют два Покарда, два Фиата и один Студебекер. Идите к чертовой матери со своим Студебекером! Кто такой Студебекер? Это родственник ваш? Папа ваш Студебекер? Что он прилип к человеку? Я ему русским языком объясняю. Последний момент Студебекер заменен Лорен Дитрихом. А он мне голову морочит. Тут знаток убивать надо таких знатоков. Студебекер ему подавать!